Неизвестный прерафаэлит. Так долгое время называли Артура Хьюза историки искусства. Хьюз не был членом братства прерафаэлитов, но все лучшее, что он создал, правомерно рассматривается в контексте основных задач братства. Его картины часто удостаивались эпитетов – лирические, поэтические, очаровательные, чуткие, изящные. Вопреки тому, что поздние работы отличались недостатками интеллектуальной мысли и живописной силы. В лучших своих картинах Хьюз всегда оставался ярким приверженцем национальной английской поэзии. Произведениям Уильяма Шекспира, Альфреда Теннисона, Элизабет Барретт Браунинг и Роберта Браунинга, Джона Китса и Уильяма Вордсворта. Едва ли кто из прерафаэлитов мог сравниться с Артуром Хьюзом по количеству проиллюстрированных красками литературных произведений. И все же при жизни Хьюз не смог достичь широкого признания. Это традиционно объясняется его мягким характером и полным отсутствием деловой хватки. Тем не менее, его картины пользовались популярностью, а он заслуживал уважения. Хорошо написал об этом Уильям Майкл Россетти, известный художественный критик прерафаэлизма. Если бы я должен был сделать выбор среди многих моих знакомых, самого приятного и бесхитростного, наименее угнетающего и ворчливого, и свободного от таких качеств, как зависть, ненависть и преступные намерения, и всей жестокости, я должен был, вероятно, выбрать Хьюза. Артур Хьюз родился 27 января 1832 года в Лондоне. Он был третьим сыном в семье Эдварда и Эми Хьюз. Отец художника Эдвард Хьюз обладал достаточно скромным состоянием, будучи управляющим в одной из гостиниц Лондона. В 1815 году он женился. В том же году у них родился сын Уильям. В 1828 – Эдвард. Артур с детства проявлял способности к рисованию. В школе грамматики он не особо преуспевал в общих дисциплинах, зато обладал мастерством профессионального рисовальщика. В 1846 году поступил в школу рисунка в Саммерсет-хаус, где его наставником был Альфред Стивенс, рисовальщик, более известный в качестве скульптора. Уже через год Хьюз получил рекомендации для поступления в античный класс школы искусств при Королевской академии. В 1849 году он был удостоен серебряной медали за рисунок. На летней выставке 1849 года в Королевской академии экспонировалось полотно Хьюза «Музидора». Сюжет формально основан на поэме «Времена года» Джеймса Томпсона. Музидора Хьюза – пастушка с обнаженной грудью, что скорее было продиктовано желанием самоутвердиться в качестве живописца, чем соответствовать тексту поэмы. Значительное место отведено пейзажу. Это не случайно. Впоследствии интерес к изображению природы в жанровых картинах станет одной из основных отличительных особенностей живописца.